Далее о спорте. Уже завтра, 23 августа, стартует очередной хоккейный сезон. По традиции он начнется с игр за Кубок Казахстана. Матчи пройдут в двух городах – Караганде и Усть-Каменогорске. Завтра Карагандинская Сары-Арка сыграет с Атырауским Бейбарысом. В этом году за престижный трофей борются 11 коллективов, которые, согласно рейтингу прошлого сезона, были разбиты на две группы. Группу А, матчи которой проходят в Усть-Каменогорске, составили действующий чемпион страны «Орлан» из Кокшетау, «Актобе», «Торпедо», «Атырауский Бейбарыс», «Кулагер» из Петропавловска и «Алматы». В группе «Б» в Караганде играют столичный «Намат», «Сары-Арка», действующий победитель Кубка «Хумо» из Ташкента, «Руднинский Горняк» и «Иртыш» из Павлодара. Встречи предварительного этапа пройдут с 23 по 28 августа. Далее в рамках плей-офф состоятся полуфиналы и финал. Решающие поединки пройдут в Усть-Каменогорске 31 августа и 1 сентября. Напомним, что в прошлом сезоне «Сары-Арка» сенсационно стала бронзовым призером. Весь регулярный чемпионат карагандинская ледовая дружина показывала не самую лучшую игру, но удивила всех в плей-оффе, где, обойдя более сильных соперников, завоевала третье место.